Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова любит радовать подписчиков в Инстаграм снимками в утонченных, элегантных образах. На этот раз певица решила опубликовать фото с отдыха в Греции. На кадрах исполнительница позирует на бортике бассейна в сексуальном черном купальнике с завышенной талией, желтом распахнутом халатике и солнцезащитных очках. Фанаты знаменитости пришли в восторг от идеальной фигуры 36-летней любимицы. Беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии. Похоже, я научилась отдыхать, подписала пост звезда. Поклонники Сати Казановой отметили ее прекрасное чувство стиля и похвалили за потрясающую фигуру. Многие юзеры заинтересовались брендом купальника знаменитости. В большинстве своем, пользователи соцсети вдохновились эстетичным снимком и поспешили засыпать кумира комплиментами в комментариях. «Где ты такой фантастический купальник нашла? У тебя очень красивая фигура. Шикарная фигурка», — написали фолловеры. Ранее 5TV.ru рассказывал, что Сати Казанова поделилась голым снимком в ванне.